Сегодня, 22 июня, Китин движется о полном освобождении территории Северной Кореи. Отечественная война победоносно завершена. В годы Великой Отечественной войны 81 уроженцу Осетии было присвоено звание Героя Советского Союза. Двое из них – генерал армии Иса Александрович Плиев и генерал-майор Иван Иванович Фесин – были удостоены этого высокого звания дважды.